кровосос. Где? Блин, да чё за сатана опять происходит? Что-то кровосос зачастили в последнее время. Он за два дня уже, не знаю, третий раз или четвертый рычит. Да, но когда-то мы его убивали. Возможно, появление кровососа на базе. Спасибо. Всем внимание. Не знаю, что это, но... Но спасибо. Да это походу из-за того чувака в очках, блин. На высотке поднимемся. Ну, главное, что не Машенька. Не надо тут про Машеньку. Кто начнет резать кровососа, я сразу кидаю туда гранату нахуй. Иначе он все равно сожжет тебя нахуй. А кто за КПП фонариком светится? Кто это? О, опа. Это наш. Нет, там никого нету. А это разве не с вышки светит фонарем? А, там нет, все. Да-да-да, все нормально. Туманность. Сталкер, который хочет уйти. Лучше вернись обратно, потому что... Он решил кровососа опять покормить. Че это сейчас за звук только был? Отходи нахуй в базу. Дымоух. Я что вижу? Дымоуху где-нибудь тут видит? Все, бюро ушел, он начал подходить к базе, но ушел назад. А, вон дым сверху пошел на 40 на 50. Сейчас начнется какое-то... Пацаны, заводы... ребята, завода есть, короче, можете, пожалуйста, мне в личку частоту написать? 66-я частота, ебать, стандартная на базе, при обороны базы. Ты чё, я как бы из завода. Ну, а, ну я просто рекрут, так что я на стандартную выхожу и всё. Всё, спасибо, мне частоту написали. Чё за домоухи? Наши домоухи, нет? Эй, с тобой это совмещает, походу, для чего-то очень нехорошего. Мне кажется, лучше всем по-быстрому это... Здание. Блин, какой дым едкий-то, а? Бля, да, дай бог молния, блин. Да дай бог молния, помимо... Чё это за фигня, ребят, творится? А с тобой тут? Да тут последнее время... Не говорил, да. Да выключите вы фонарики свои. Нихуя себе. Не бегайте по базе, блин. Ребята, кто как хочет, я в ангар побежу. Ладно. Ага. Устал. Тихо. Нет, здесь... Покоились, блядь. Короче, мне нужно, чтобы ты пришел к тому самому КПП и помог тебе здесь наводить порядок. Я на стройке сейчас. Вот выходи за стройки. Ёбаный. Охренеть. А, сталкера, внимание, пожалуйста, спрячьтесь, все под контролем. Мужики, есть кто? Она под нами. А вряд ли. Где? Вижу! Наблюдаю кровосос, открываю огонь! Под нами. Так, да я поднимусь. Ага. Вижу. Он. Короче, давайте так, кто не стреляет, тут не будет. Это, кто там его покормить хотел? Заебись, покормил. Блять, что за звуки, вы издеваетесь? А это... Это кровосос. Да, мне кажется, это болото булькает, да. Частенькие кости здесь. Аккуратно, своих не повалите. Не, здесь другой звук. Ну вот, кстати, еще бежит. Там, кстати, он бежит. Я вот слышу его вой, приближающийся потихонечку. А знаете, что это значит? Скоро будет кто-то его щупальца резать.
посреди атаки мутантов на нашу базу. Я кинул в него гранату нахуй. Да, пока его самого там не забил. Второй кровосос будет его резать в этот момент. Так, слушайте, мне вот реально кажется, что тот человек это адепт Монолита. Слушай. Итак, кстати, сталкера, давайте, пожалуйста, решим так. Давайте вы не будете все ставить в одной куче, давайте все распределитесь, смотрите, кто-то будет смотреть внутренний двор, кто-то будет смотреть внешние стены, потому что никому бы не хотелось откинуться сегодня от кровососа, понимаете? И злого духа. Спасибо. Есть у меня одна идея, как злого духа удобрить. Нужно развести костер, я притащу много травы, и мы будем это самое проводить ритуал очищения и умиротворения злого духа. Давай, я за. Я, у меня есть опыт работы с духами. Так, вот. Разводи костер, я сейчас за травою. Ау. Ой. Я жду тебя для совершения ритуала. Нахрена, какой ритуал? Уходи, злой дух. Давай, подходите, сейчас будем ритуал проводить. Уходи, злой дух. Мы приносим тебе эту жертву, злой дух. Уходи, не трогай нас. Злой дух, возьми эту жертву, не трогай нас. Уходи, злой дух. Уходи, мы приносим тебе эту жертву. Злому духу необходимо принести жертву, кровяную жертву. Нет, нужен кто... Нужен жертвенный сосуд. Да, молитесь. Мы должны принести... Нам нужен жертвенный сосуд, который закурит косяк мира и успокоит злого духа. Слушайте меня, необходимо принести 5 пакетов крови. Уходи, злой дух. Уходи, злой дух. Костры исчезли. Мы приносим тебе эти дары, только не трогай нас. Успокойся, злой дух, возьми наши дары. Считай, построили новое бомбоубежище. Уходи, злой дух, успокойся, возьми наши дары, не тронь нас. Яко же ты обиделся на нас, то возьми наши дары. Я провожу ритуалы. Вижу. Давайте все вместе вокруг костра делайте, как я. Уходи, злой дух. Успокой свой гнев. Возьми наши дары. Не трогай нас. Прими наши дары, не гневайся на нас, злой дух. Идите к другому костру. Вокруг другого костра. Возьми наши дары. Мы принесли тебе священную траву. Возьми наши дары, не трогай нас. Один пропал. Парень, ты там не выделываешь, смотри. Прими наши дары, злой дух, не трогай нас, успокой свой гнев. Теперь слушайте внимательно, я принесу кровную жертву, принесу дар духу, 5 пакетов крови, только сейчас я их одолжу у нашего бармена.
И кто-то один должен закурить жертве на косяк. О, он принял наш дар. Фух. Я надеюсь, он это будет доволен и не тронет нас. Злой дух, подай нам свой знак воли. Доволен ли ты нами? Или нужны еще дары? Походу, нужно жертвоприношение сделать. Пройдем со мной. Пройдем со мной. Идем. Только ты один. Еще нужно жертвоприношение. Да, Так, вы пока пойте молитвенные песни, мы еще возьмем жертвоприношение. Прошу, пройдите, пожалуйста, быстрее. Так, я за травой. Не надо за травой идти, иди за мной быстрее. А где куда ты ушел? Я потерял. У выхода, на дороге. Парень, не надо далеко, не прикроем. Он, походу, кровь принес. Пацаны, не так далеко. Мы отнесем подальше от базы дар духу, чтобы связать его с тем местом. В прошлый раз мы совершили ошибку и связали духа с нашей базой, и поэтому он вернулся. Теперь мы постараем максимально обезопасить ребят, насколько это возможно. Я предлагаю связать его здесь. И у тебя есть спички? Можешь помочь мне разжечь костер? У меня, я не знаю, они походу отсырели, посмотри. Я... меня тоже не могу, у меня просроченные спички, к сожалению. А, вот с этим будет беда. Давай пока этот местный... Ладно, я думаю, Машенька что... пришла, Машенька пришла, Машенька тут. Пошли быстрее. Давай быстрее успокаивать Машеньку. У тебя шоколадки есть? Нет, есть трава сейчас. Бля, у тебя зажигалка есть? Так, мужики, мужики, срочно, приносим жертвы. Маленькие девочки любят шоколадки, любят сладкую водичку, любят траву. Так что срочно собирайте все это. Срочно собирайте жертву, Машеньки. Иначе мы сами станем жертвой. Не хочу. Мужики, там шоколадки, водичку, все там, что-нибудь положите туда, чтобы это Машеньку успокоить. Я полон, конечно, спокойствия, но я бы... Если вы слышите звуки приближающиеся, то значит мы делаем что-то неправильно. Так. Вот ты будешь жертвенным сосудом. Держи косяк, забивай. Держи злой дух. Это от всех нас. Да, дайте я принесу жертву злому духу. О, злой дух, мы приносим тебе эти дары. Уважая тебя. И не хотим гнева твоего. Прими наш дар. И оставь нас в покое. Ибо мы тебя уважаем. Чтим и не хотим портить с тобой отношения. Дух, иди с миром. И возьми эти дары, дух. Давайте, ребята, теперь начинаем. Помните, по часовой стрелке. Ом, дух, прими наши дары. Ом. Ом. Не, нормально. Как раз. Ом, прими наши дары, злой дух. Успокой свой гнев. Ом. Ом. Прими наши дары. Не гневайся на нас. Ом. Ом, успокой свой гнев. Ом. Ом, не гневайся на нас. Прими наши дары, злой дух. Да успокоится воля твоя. И не прольется твой гнев на наши души. Ом. Прими наши дары. Ом. Ом. Успокой свой гнев. Ом. Ом. Прими наши дары, ом. Успокой свой гнев, ом. Мы приносим тебе этот дар, волю твою, и надеемся, что воля твоя будет удовлетворена. Не трогай нас, злой дух, ом. Накажи еретиков, но не трогай нас, ом. Ом, прими наши дары. Ом. Что-то
походу не так. Не, все ровно пока. Мы еще живы. Прими наши дары. Яви нам волю свою. Доволен ли ты нами? Прими наш дар, злой дух. Успокойся. Не трогай нас. Утоли волю свою нашими дарами. Да не прольется гнев твой на наши головы. Прими наши дары. Блин, не стойте без дела, начинайте молиться, пока мы еще живы. Прими наши дары. Дай нам знак воли твоей, дух. Успокоен ли ты нами? Дай нам знак, дух, яви нам волю свою. Доволен ли ты дарами? Прекратите. Прекратите. Он дал волю свою. Я вот думаю, что Максима может еще выйти. Пошлите. Сейчас подожди, с духом разберемся, да, а то это очень страшно. Сейчас я это. Что говорит злой дух? Ты был проводником его воли. Он стал доволен нами? Я не являюсь проводником своей воли его. Никто. И воля его совсем не злая. Воля его направлена на изменение организма нашего, поведения нашего. Если дух приходит, значит сталкера грешат. Ну мы принесли дары, теперь нужна воля его. Возьмет ли он эти дары? Прими наши дары, дух. Этих даров недостаточно. Духи не могут. Еще как могут? Духи не принимают так. Была книжка, мол, ведьм. Если бы духи принимали это, они бы это уже давно забрали. Так, понимаешь? Говорю, нужно жертвенные сосуды, которые это самое раздуют нашу парни, жертву. Прекратите, пожалуйста. Давайте будем встретим пришествием Христа, пожалуйста. Успокойтесь и давайте возьмем позиции. Не, ну мы же должны мыслить рационально, правильно? Не суетитесь, нужно решить. Это прям какой-то психоз. Покажите мне, я вообще атеист, блять. Где черепа появляется? Где черепа появляется? Покажите мне их. Вон их стоит в очках. В общем, я думаю, мы спасли ситуацию, мы это умиротворили злого духа. Блять, проще маслинами накидать кого-нибудь. Не, поверь, это не проще, это проигрышный вариант. Давай, пойдем. Я тоже проповеди могу читать, но только это не поможет. Ну, как видишь, помогло. Мы все живы, и это, дух не буянец. А черепа нет. Да, так что это работает. Фух. Ну что, спорим? Прощайте, дети мои, 400. Прощайте. Они решили уйти? Покойтесь, тише. Твоя спаска, парень. Не надо паниковать, не надо нести ерунду. Они не дойдут. Ну, примерно, я же говорю, наверное, 400. Чувствую. Может, 400. Если души их чиста, то они дойдут. Иншаллах. Идем отсюда. Сочувствую. И
Давайте просто постоим. Давайте помолимся. Друзья, я вижу странный свет. Я должен проверить. Что за свет? Свет, находящийся, светящийся вокруг дерева после нашей базы. Где? Это явно подсказка. Подожди. А в каком направлении? После выхода. Вот, стою возле выхода. Куда? На юг, восток, север. Сталкеры убежали, пацаны, или чё? Нет, тут кто-то пошел проверять свет у дерева. Какой свет у дерева, иди. Он, по-моему, в ту сторону убежал. Странно. Подождите, Кэп на связь не выходит? А вон и Кэп. Слушайте. А. Слушай, мне нужно на секунду. Догадка моя была ошибочная. Нет там никого. Идем, подойди ко мне сейчас. Если надо, я. Короче, пришел странный сталкер, а лысый, за спиной у него гроза. Грозу обычно, насколько знаю, долгаши выдают за какие-то заслуги. Долгаши продают ее. Не Давай. Надо обвинить его в связи с данной группировкой. Понял. Это все не означает то, что он связан с ней узами. Угу. Понятно, значит, ровно. Смотри, опять хис пошли. Опять? Да. Опа. Упс. Идите за хисами. Следуйте их. Покажи нам свою волю. Покажи нам дорогу в умиротворение тебя, дух. Он. Это ты их кидаешь? Не, может, конечно, нашел время команду выдавать. Господи, это ты их накидал? Мы думали, что они вернулись. Не-не-не. Дабы свет пролился. Фух. Ну вроде бы все, мы спасли ситуацию, спасли нашу базу. Пацаны, хист уже красный. Да это я накидал. На востоке. Туда? Вот а костер кто разжег? Ты с костера был? Я разжег. Разжег. Я разжег. Да, все, окей. Это видно вроде бы. Пара давайте, ситуацию... давайте сядем у него. Избавлять. И с ним послушаем. Фух. Как бы сюда молния не прилетела. Вроде дух. Надо этот, ученый. Гнев на милость к нам. Да, но я же говорю, мы провели это жертвоприношение, и вроде дух принял наши дары. Я, короче, читал как-то книжку, одну, молот ведьм. Там, в общем, говорили, что духи питаются дымом. А что может быть лучше, чем дым от травы? Благодарствую. Чего? Благодарствую, говорю, не кричи. Пацаны. На всю базу слышно. А чё, а чё хит? А, так вот. Книжка... Я да, книжка да. Была «Молот ведьм». Там, короче, духи питаются дымом. И во всех традициях обычно жертву духом приносит именно как бы дымом. А я ничего не знал лучше, чем дым от нашей травы. Это самое лучшее жертвоприношение. Знаешь, я не специалист по изгнанию духов, но единственное, я знаю одно. Есть человек, который занимается этим профессионально, с ними ему Синоби. Нужен Синоби. Хороший чай. Синоби хороший человек. Добрый и более его чиста. Нам нужен срочно Синоби. А еще нужно ученых партию шоколадок как-то выцепить, чтобы Машеньку успокаивать. Пока мы успокаиваем Скитлсом. Чтобы успокоить ее, надо разобраться в ситуации. Зачем она ищет доктора и где его найти.
О, доктор. Не прикармливать чем-то. Ну, хоть на какое-то время, чтобы это сработало. Так, а вообще, кто что знает про Машеньку? Кто что про нее слышал? Откуда она? Что она? Это вообще... Или что это такое? Я предполагаю, что я ее увидел первый раз месяца, наверное, 3 где-то назад. В подземелье. А что за подземелье? Слушай, ну это наша информация. А, все. Да, поэтому... Вот, от нее мы убегали. Там куча кровососов было. Но мы выжили, по крайней мере. Успели. А кто-то говорил про какого-то доктора. Что там за странная история? Ну, она ищет доктора и потеряла игрушку. Угу. Если игрушки в зоне остались, то это только в Припяти или в мертвом городе. А угу. Что за игрушка, я без понятия. А и насчет доктора, она говорила, что ищет доктора. А поскольку докторы у нас только ученые, то это к ним надо обращаться. Не только ученые могут быть докторы. Кто-то особого доктора. Ну это да, но... Это проще всего, по крайней мере. Мне кажется, это заблудшая душа, которая не может найти упокоение. Это не дух, а призрак прошлого. Точнее, то, что было до аварии. А она хочет, душа. Чтобы мы этого доктора, что с ним сделали? Принесли в жертву или что? Или или как? Без понятия. Штука в том, что есть мстительный дух, у которого Опа. Незаконченное дело, который хочет отомстить. Такие в основном убивают. Или убивают чужими руками, так сказать. Заставляют кого-то убить другого. Вот. А это призрак прошлого. Он безобиден, но как бы как-то объяснить. Он не в общем, надо похоронить его. То есть тело там где-то, допустим, не закопано или что-то в этом духе. Знаешь, я когда-то читал какую-то книгу, там было написано, что если такие приходят иногда в определенных обстоятельствах, то значит их связывает что-то здесь с этим временем. В тот раз Маша тоже пришла ночью, и она просила нас покрыть в прятки. Опа, а вот это уже не выкинули, я так понимаю. Ну что кинули? Хис. Да нет, вот наш. Слушай, а на базу в тот день, когда она появилась, никто никакие вещи не переносил? Так, можно я скажу хоть одно, чтобы вы уже перестали говорить то, что вообще не нужно? Смысла в вашем изменении, потому что смысла в появлении этого чертового призрака нет. Он ничего не указал, ничего не попросил, ничего не захотел. Он просто Смотри, издевается. Мыслим Ваша рационально. Понятно, мыслим рационально. Мы провели ритуал, и он успокоился. Значит, это работает. Дело, слушай, по поводу того, что не требовал. Был он вчера вроде бы, или позавчера я был. Да, и тогда пару человек утонул в болоте. Когда она ритуала не было. Искала доктора, игрушку. Потеряла игрушку, да-да-да. То есть в этом-то и суть. Адлер. Надо найти игрушку и надо найти доктора, отвезти ее к доктору. Нет, это я понял, но это временно все-таки эта мера работает. То есть временно она все равно, я понимаю, что будет приходить, но хоть на какое-то время нам получилось ее успокоить. Тебя встретить? А теперь надо решать глобальную задачу. Как можно помочь этому духу, чтобы он нас не убил. Всех. Где встретимся? Угу. Об этом уже подумаем. Ну, да, пока что вроде бы все. Слышали то, что истинное зло не имеет никогда смысла? И делается только потому, что это зло, и делается оно максимум из удовольствия. Не всегда. Я бы сказал всегда, именно чистое зло делается всегда. Людское зло это другое совершенно. Но мы не об этом, так что ладно. Ну, если так думать, то родоначальник злая было что? Это гордыня. Правильно? То есть ты всегда есть начало и конец. Ой, дурак, блядь, какие перчатки, блядь. Ой, бля. Да, да. Погоди, вы растащили капище духу? Нет, вы зря это сделали. Блин, бежим. Погнали.
Не, ну ребят, хоть один костерчик оставьте. Ну что, скают люди, ничего не обжигает, что кто-то морёт, что... Давай покинем так это место, здесь слишком шумно. Так, те засранцы, кто взял жертвенные косяки, верните их обратно к бочкам, чтобы дух не вернулся. Иначе я боюсь, что возьмут нас вместо них. Спиздил бочку. Ух, ну вроде бы все. Ладно, в общем, духа мы удобрили. Слава богу, что все живы. Однако, здравствуйте. Отойдемте. Да, пойдемте вообще это. Пойдем чайку попьем, что-то это. Да, 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 там три пакетика заварим. Что-то походу ночь там и осталось. Пройдите, иди сюда. Оставьте это мне. И аборигену. Да, и вы там в порядке? А куда тот делся? Народ вон в наглую снимает в камеру на вышке. Можно, пожалуйста, изъять у него камеру время? Угу. И вон еще настройки только что. Том, давай ты стройки, я у этого товарища. Так, отдай нам пока камеру. Я смотрю, зум просто. Я не знаю, ты можешь снимать, а это нехорошо. У меня флешки нет, можешь проверить. На время просто ее сдай, потом заберешь, как на все закончится. Че я тут? Что было интересно? Да. Да там молния ударила, здание упало. Бывает. Да. Какого здания нет? От дождя. Склеил ласты. Так, все, там все разрулилось. Туда проследовать можно, посмотреть, что там в руинах? Не стоит. Слушай, тогда есть смысл посмотреть, что там случилось, или... Да, там, короче, это, не знаю, следы их не едят, дождь недавно прошел, но никуда они не ведут. Я тогда сейчас покажу. Чё, здесь ничего нет. Я даже тела не вижу. Да, а здание красиво упало. Я даже тела не вижу. А чё тут у нас есть? Уху! Под самое основание. Ладно, пойдем, пока оно не упало еще внизу. Пацан, ну, походу, склеил ласты вместе с созданием. Ну, как говорится, вот и его могила. Да выпендривался. Ну что, помяните сталкера, походу, это теперь его могила. Че, нашли кого-то? Нет. Так, под завалами там не видно ничего. Но они возле дома стояли вроде бы, не?
А я не видел, там вроде что-то в здание кто-то зашел и потом здание упало. Так. Так, кто у нас там по операции был? Так, я, наверное, спать пойду. Уже. Эд, там аккуратнее будьте, там здание упало. Молния в него попала. Молния там не попала.